Есть, ребятки, первая рыбка. Бросал, и вот, наконец-то, первая рыба. Ох ты, фрикцион. О, хорошая. Упирается. Вон она, это ящ, походу. Или не ящ. Или это карась. Сейчас посмотрим. Ух. Нифига ж себе. Не, по-моему, ящ. Иди-ка сюда. Да подожди ты. На колебалку взял. Она у меня без этого. Вот это да. Вот это нифига ж. Ох ты. Так, крючок на месте. Стой. Сейчас. Вот это язёк, ребятки. Смотрите-ка. Обалдеть. С первого заброса вот здесь на струе. Туда кидал нифига. А тут прям с первого заброса взял. Смотрите, какой здоровый. Ух, красавчик, а. Вот, смотрите, по сравнению с катушкой со спиннингом. Здоровый, жирный. Но взвешивать я его не буду. Ох, красота какая. Итак, ребяточки, всем доброе утро. Время 8:00. И я только что поймал первую рыбу. Поймал я ее вот на такую колебалку, безбородый крючок. Ну и поймал на вот такой вот речке вонючки, на которой же сегодня вечером будет у нас стрим. Ну давайте попробуем, еще что-нибудь поймаем. Разложил я подсак, поскольку рыба действительно здесь очень крупная, и справиться с ней не так просто. Давайте попробуем еще что-нибудь поймаем. Не очень далекий заброс получился, но ничего страшного. Когда он клюнул, я, честно говоря, подумал, что это зацеп. Не сразу он пошел в сторону. Я, честно говоря, подумал, что это вообще зацеп. Но потом зацеп ожил и как попер. Ну и, естественно, только после этого успел включить камеру. Рыбка вон активно начала плескаться. Колебалка не очень-то тонет, так как здесь ряска, как видите, наверху. Ряска, не ряска даже, не знаю, как ее назвать. Мусор, в общем-то. Ох, ничего себе, там прыгнуло. Вот. И леска не очень-то тонет. Соответственно, колебалку быстро поднимает с толщи воды. Это не очень хорошо. Что-то, ребятки, не клюет. Поставил вот такую, но она побольше весом. Грамма 3, наверное. На ней не написано. Но пока что-то безрезультатно. Колебалок-то у меня осталось не так много. Но давайте попробуем на красненькую, вот на эту. Я еще на нее, по-моему, даже не ловил никогда, она новая. Давайте попробуем. Плохо, что на ней нет заводного кольца, конечно. Это плохо. Это сказывается на игру. Лучше бы оно, конечно, было. Попробую поближе ко дну опущу, поглубже. Может быть, там она вся. Пробовал с поверхности прям сразу делать проводку. Пробовал в толще воды. Но что-то пока больше не хочет клевать. Неужели ясь тут один был активный? Язей-то тут много. Но вот насчет активности их что-то пока не знаю. Вот, ребятки, 35 минут кидаю, все колебалки уже перепробовал практически, которые у меня есть, нифига. Больше ни одной поклевки не было. Ну, мне так показалось, пару тычков было, но не факт. Давайте попробую по спокойной воде половить. Вот здесь вот. Колебалочка 7-граммовая, написано окуневая. Пробуем. Поставил ее на металлическую струну, так как здесь может долбануть и щучка хорошая. Помимо щуки здесь, естественно, есть судак в наличии. Попробуем. Раз ясь не клюет, возможно, что-нибудь из этого словим. Пробовал я, ребята, и на джиг ловить, но на джиг не получается, так как сразу же налипает дерьмо на приманку, на силиконовую. Сейчас, ребятки, пробую ловить вот на такое китайское чудо.
Ну, вроде как, воблер, говорят, уловистый. Обловил сейчас там, ничего, ни тычка, ни поклевки. Попробую здесь. Не стал брать другой спиннинг, пробую на этом. Смотрите, у меня есть какой красавчик, тонущий. О, сейчас попробую на него, в виде маленького карасика. Да, он тонущий, главное его не оторвать. При первом же забросе. Опыта на воблеры у меня вообще нету никакого. Сколько я не пытался, никогда ничего на воблеры я не ловил. Только отрывал их. Поэтому особо ими не пользуюсь. Вы, наверное, ребятки, сейчас скажете, что-то прилип к одному месту, не клюет, иди дальше. Но, во-первых, здесь самая большая концентрация рыбы. А во-вторых, там такие берега, я пытался, не очень-то там и подойдешь. Пробую, ребятушки, сейчас вот на такую колебалочку. Ну, видите что, практически невозможно проводку сделать. Чуть стоит ее заглубить немножечко, но на поверхности нет смысла ее вести. А чуть заглубляешь, сразу же липнет к ней дерьмо. Ну, сейчас пару раз еще попробую, конечно. Но нереально. Играет она хорошо, вот эта, та плохо играла. Вот эта вроде играет нормально. Но она 17-граммовая. Летит она, конечно, тоже отлично. Но вот единственный минус, чуть заглубишь ее и все. Все что-то, ребятки, ловят всегда с той стороны моста. Я решил попробовать половить вот здесь. С этой стороны моста. Здесь вроде бы тоже активно идут всплески рыбы. Сейчас попробуем. Может быть, тут что-то удастся поймать. Вон она плещется. Есть! Вот он, выход рыбы. Прям сразу долбануло. Не успел забросить, надо было сразу камеру включить. Вот так вот. Вот она. Она снова заплескалась, я думаю, дай заброшу. Вот она, ребятки. Смотрите, какая красава. Ну, конечно, не такой, как тот, но хорошенькая. Да стой ты! О! О! Снова на эту колебалочку. Иди. Она, главное, нырнула, я видел. Ну, выпрыгнула. И я прям забросил в этот момент, прям туда. И прям сразу на поверхности долбанула. Только начал делать проводку. Вот что значит активная рыба. Значит, тогда она была просто неактивная. Не факт, что она и сейчас будет. О, смотрите-ка. Вот, сошла. Крючок у меня безбородый. Ну, меньше вреда рыбе нанесу. Видели? О, пошла жара. А я думаю, что-то не то. Ну, такого не может быть. А сейчас время-то часов 12, наверное, солнышко вышло. А с той стороны моста, где я только сейчас был, ни поклевок не было. И на джик вот я пытался ловить. Вон, видите, что творится? Вон она выпрыгивает прям. Оторвал я там головочку, ну, с силиконом. И вот сейчас сидел, перевязывался, только перевязался. Думаю, да еще раз попробую. Жалко, конечно, вторая сорвалась, но... Ладно, ребятки, если вы заметили, да, я поставил леску. Леска у меня на этой шпуле уже давно намотана. Ну, года два, наверное. По-моему, она 0,16. Стало лучше кидать, ну, подальше. Меньше дугу выдувает, чем шнур. Ну, и грязь меньше липнет. Но вот поклевок нету. Меняю уже несколько. Поменял уже несколько колебалок. К сожалению, пока поклевок больше нету. Сейчас я буду уже заканчивать рыбалку. Время 12 часов. Дима готовится к стриму. Так что, надеюсь, рыбалка эта короткая вам понравилась. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Будет еще много что интересного. Всем до встречи. И пока!